Сейчас мы видим, как проходят контрольные стрельбы из пистолета Макарова. Тренировка проводится на стрелковой галерее учебно-тренировочного центра управления Росгвардии по Рязанской области. У каждого упражнения есть свои требования. В данном случае стреляли упражнение контрольных стрельб из пистолета Макарова. Дальность до цели 25 метров, количество патронов 3. И, соответственно, уже по результатам выставляли оценки попадания. Необходимо выбить из тремя пулями на удовлетворительно 15 очков, на хорошо 18, на отлично 21 очко. Перед началом учебных стрельб в обязательном порядке проводится инструктаж по мерам безопасного обращения с оружием. Среди упражнений, которые необходимо выполнить росгвардейцам, стрельба по неподвижной мишени из пистолета Макарова из положения стоя с расстояния 25 метров. На выполнение упражнений выдается по 3 патрона. Максимальный балл, который может получить сотрудник, 30. Для этого нужно 3 раза поразить мишень в самый центр. По итогам месяца и проведения учебных стрельб из пистолета сегодня проводили контрольные стрельбы, где военнослужащие сотрудники также показали свои навыки и умения, которые поставили на контроль и получили соответствующие оценки по итогам стрельб. Подготовка хорошая, но все равно требует порядка. Приложить усилий как каждого личного военнослужащего сотрудника и, конечно же, руководителя занятия, к чему мы стремимся и будем совершенствовать в дальнейшем. Все это плановые стрельбы из пистолета Макарова. Надо отметить, что именно стрельба из боевого ручного стрелкового оружия – служебно-прикладной вид спорта для росгвардейцев. Олеся Котровская, телекомпания «Город».